Нет, Джингис. Я пришла выбрать книгу. То есть я ничего не скрываю. Понятно? Люди Джингиза у выхода. Знаю. Теперь будем встречаться тайком. Будем влюбленными, которые встречаются тайно. Ты не будешь моей шпионкой, Эйшан. Ты никем не будешь. Тогда зачем ты меня сюда позвал? Хотел посмотреть тебе в глаза. Хотел взять тебя за руку. Твоей вины нет. О чем ты? Ты не виновата, Эйшан. Что ты делаешь? Не надо. Много лет назад ты сделала то, что нужно было сделать. Ты выбрала Бахар. Любой человек поступил бы так же. Ты не виновата. Отпусти меня и замолчи. Мы очень любили друг друга, Эйшан. И любили красиво. Эзель, пожалуйста, не надо. Здесь нет Эзеля. Перед тобой не Эзель. Омер. Мы любили друг друга. И не только тогда. Когда я был в тюрьме, а ты с Джингизом. И тогда, когда я вышел из тюрьмы, когда все закончилось, мы по-прежнему любили друг друга. Мы делали все, что хотели. Все. Мы так сильно любили друг друга. Молчи. У нас есть ребенок. Да, у нас есть ребенок. Ты хорошо заботилась о нем. Я заботилась за нас двоих. Ты заботилась за нас двоих, Эйшан. Омер. Я прощаю тебя. На самом деле прощаешь? Да. Да. Не уходи. Не уходи. У Омера больше нет жизни. Омер жил только из-за тебя. Я думал, что все эти годы он жил ради мести. Нет. Он не может умереть, не простив тебя. Омер. Омер. Нет, все кончено. Кончено. Я не могу. Прощай, Омер. Прощай, любимый. Эзель Байрактар? А вы кто? Мы за дело уголовного розыска. А в чем дело? Если поедете с нами, мы расскажем вам, в чем дело. А если точнее, открыто новое дело относительно Омера Учара. Ладно, пойдемте.